Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю семьи. С вами Сейнт, мы продолжаем играть в Family Guy, второй эпизод прохождения. У меня тут случилось что-то невообразимое. По какой-то причине я зашел, у меня сохранения не осталось. И если так продолжится, то я не знаю, как мы будем с этим действовать, как мы будем с этим работать, потому как я вот заново пробежал, опять то же самое сделал, что в первом эпизоде. Единственное, что успел сделать два задания для Брюса вот на той доске, которой он дает задания свои нелегальные. И у меня, я убирал в саду, получается, почему-то осталась лопата в руках или что это. Но в любом случае, давайте возьмем два задания. Вначале в саду. Сейчас. Эта лопата пропала потом у нас. Окей. Так он чешет эти растения. Это просто пиздец забавно. Очень-очень-очень забавно. Хорошо. И помыть посуду. Там еще задание есть у нас. Окей. Все, избавились от лопат, слава богу. Посуду мыть просто. Берем тарелку и вот сюда. На Е, в раковину. Да, если не будет сохраняться, то я не знаю, как дальше это записывать. Потому что каждый раз заново пробегать такое себе. Возможно, возможно, я сейчас запишу две серии подряд. И будет просто всего три эпизода. Сейчас посмотрим, какие задания еще нам даст Брюс, что там в городе. А третий, скорее всего, просто побегаем, посмотрим, что да как. Ну, посмотрим, в общем. Так, я думаю, что ты лучший. Ты можешь не выходить на улицу сегодня, остаться дома? Я должен, сори. Иногда ты делаешь меня грустной. Кошка. Мяу. Какая хорошая котякула. А, замечательно. Сегодня мы Брюсу должны уже больше. Уже не 50 долларов, а по-моему 70 или 75. Сейчас мы все прогрузим. Стоит тварь. Да, кстати, я попробовал. Твои действия могут влиять на карму в городе. Будешь совершать преступление, будет тебе жопонька. Будешь совершать хорошие вещи, не будет жопоньки. Стоит тварь, ждет. Но у меня есть деньги для тебя. Заплатил. Давай посылочку отнесу. Мудачина. О, сколько тут людей, с которыми можно говорить. А что у тебя, а? Эй, привет. Привет. О чем вы говорили там в баре с рабочим, а? Откуда ты узнал об этом? Ну, я был там. Ты был? Да, конечно, я прихожу туда с Бобби. Остальную историю... Это остальная история, я думаю. Кто тебе рассказал? О, я просто автор маленькой истории в основном. Я пишу в Риверпорте свою книгу последнюю. Потерял пару страниц, ветром их снесло в город. Я бы был благодарен, если бы ты помог мне их найти. Окей. Я буду у тебя в долгу. Я не вижу проблем, почему бы и нет. Так, нужно квест выбрать. Вот здесь. Missions. Dodge Deliver. Вот это нужно вначале доставить посылку. Так будешь брать, когда каждую миссию, то тогда собьешься потом с пути. Heads up. Ты должен сделать больше денег сегодня, чтобы заплатить Брюсу завтра. Это печально. У нас будет так пропорционально расти... Каждый раз. И что, сюда доставить? А, пикап. И куда доставить? Конфиденциально. И каждый раз будет расти сумма долга, то тогда я даже не знаю, нам придется грабить, блядь, банки или что-то типа того. Ну, незаконную деятельность вести тоже не хочется. Тоже не хотелось бы. Доставили, да, репутацию подпортили. Карма, блядь, вниз, я преступником становлюсь. Голосуйте за Джексона. Эй, ты! Nothing likes manners. Что, манерам тебя не учили? Ты выглядишь что, грубым? Да. За кинотеатром. Можно найти хорошую еду. Все бесплатно. Спасибо за подсказку. Тайлер. Услышите меня? Кандидат Джексон. Я немного занят. А ответить на вопрос. Я тебя как сейчас изобью, блин, кандидат Джексон. Вот так. На, правый хук, левый джеб. Так, для этого чувака он собирает всякий хлам. Можно подойти вот к мусорке и сбить ее. Вот так. На нахуй. Опа, это что? Приватные документы.
и сдать ему, короче, всякий джанк. А, что ты принес что-то? Да, замечательно. Если хочешь продавать джанк, то приходи. Но не сейчас, сейчас не хочу. Так, давай с тобой поработаем в бургерной. А, я ненавижу себя, что-то за работу, да? В бургерной. Пусть это будет бургерно-вкусный день. О, я ненавижу себя. Да, работать, 3 часа. Бабло нужно для семьи. Так, кто что заказывать хочет у нас? Ну как. Здорово, так, давай сразу, чтобы жарилось. Две картошки. Держи, раз. Держи, два, братан. Снэппи хочешь? Держи, 3. Ой, хорош. Камера, не свети на меня. Камеру не свети на меня, говорю. 2 картошки, бургер. Так, бургер. Картошечка. Хе-хе, из кассы украл денежку. Красиво. 2 бакса, тем не менее. Красиво все поступательно. Желтый напиток, красный и желтый, да? Держи. Ага. Ага. Лучший работник Макдока года. Давай еще 1 котлетку сюда. Так, бургер, бургер красный. Блин, что такое? Что за спайки? Что так спайки? Все нормально же было в городе. Вот в городе не подлагивает, в помещениях. Это в последний заказ, блядь. Держи. 7 клиентов из 10 обслужено уже, и скоро будет повышение. Хо-хо-хо, $27 получил. Неплохо. Очень даже. По чуть-чуть, помаленьку, потихоньку. С кем-то нужно поговорить. А что там за иконочка с денежкой? Какой город забавный? У какой город? Это что такое? Это что, казино? Карвош! В смысле? Погоди, что, работать можно на карвоше? Здорово! Ты хочешь машину? Я плачу денежки. Быстрая помывка, больше денежек. Давай. Швабра внутри, иди. Где швабра? Кармоп. А, вот. Давай. Красиво. Хорошо. Замечательно. Просто натираем до блеска. $2 всего. Ну, что-то как-то такое. Может, чем быстрее, тем больше заплатят. Посмотрим. $4. Эй, что мне какая-то Лада Калина зеленая чуть не сбила, побитая спереди. Не, ну прям да, маловато. В бургерной больше прям платят, без шуток. Без шуток больше платят нам. Давайте последнюю тут помоем. 4 боксея заработали. Да, любыми способами теперь приходится зарабатывать, что отдавать деньги каким-то бандюганам. Жестко. Я не помню, говорил я или не говорил. Я попробовал ударить этого Брюса. И он просто ваншотит вас. И это такое. Не бейте его, потому что будет гейм овер и все. А что там такое? Там семья будет, короче, голодать у нас. Теперь нужно еду им приносить. А что такое? Да, здорово. Я ищу человека, который хочет дополнительный заработок. Давай. Давай, говори что. Лоуренс. Ну, давай, да. Я не то нажал, видимо, случайно. Возможно, нет, но я думаю, что я смогу тебе помочь с этим. Я тебя даже не знаю. Давай исправим это. Я Лоуренс, работаю в Мейсон и Вейн. Ты банкир? Я один из хороших ребят, честных. В любом случае, кафе в городе. Там есть девушка, которая работает там. Ее зовут Салли. Окей, что?
Я очень сильно влюблен в нее. И я не знаю, что сделать. Ну, и что, давай исправим это. Ну, технически мы еще не встречались. Хорошо. Мне что, нужно сказать шерифу что-то об этом? Это часть плана, мне нужно кто-то и какой-то инсайдер, чтобы все провернулось хорошо. Раскопай, что она любит, и получишь от меня денежку. Окей. Да, помощь. Он боится, стесняется познакомиться с мадмуазелью, и нам теперь нужно им помочь. Ну хорошо, Лоуренс. I guess. Хорошо. Дай знать. Можно пока полюбоваться, что есть в городе. Тут есть дикие животные. Тихо. Енот не нападал. Блять, кабан нападает. Посмотрите, какая тварь. Кабан, ты чё? Ну тебе по жопе. Блять, кабан. В смысле? У меня карма упала из-за того, что я кабана убил. Так он на меня напал. Блять, дурацкий ты кабан, ну что ты сделал? Зачем ты на меня напал? Я хотел показать животный мир. Какая там? Штуковина. Один час за то, чтобы вернуться домой. Я видел енотов, так кабан. Не-не-не, я тебя не трогаю. Я тебя не трогаю, все, уходи. Боже, какие они дикие. Тут енотов видел, уток всяких. Прикольных. Тут, оказывается, кабан нападает. Нихуя себе. Вот это поворот. Поворот судьбы. Вон там пробежало что-то. Что это? Енот! Ракун! Ну, ракуна трогать не будем, он не нападает на нас. Так, возвращаемся домой. Incoming call. В смысле? Ты идешь спать? Жена звонит как раз, когда... Как раз, когда мы пришли. Холодильник. Положим в холодильник. Ну, это. Use. Use. Давай. Ягоды все положим. Ага. И вот это. Это что такое? Блять, кости животного. Какие-то приватные документы, которые я нашел в мусоре. И джанк. Я уронил джанк. Так, давайте какое-то задание быстренько сделаю. Стиральная машина. Еще не видел такого задания. А, стиралка, наверное, наверху. Три вещи в стиралку закинуть. Стиралочка где? В ванной, не в ванной? Грязные вещички. Где они? А, вот стиралка. Use. Нужно использовать грязные вещи. Хорошо. У тебя есть грязные вещи? Опа, это грязные вещи. Пикап. Пикап. Где-то еще должно быть. А, вот и пикап. Все грязные вещи сюда сейчас за раз отнесем. Как твои дела? Лучше, когда ты рядом. Мне тоже, дорогой. Да, я, пожалуйста, пройду. Спасибо. Инвентарь. Ага. Ой, красиво, ой, вещи. Bad time now. Четвертый уровень. Сейчас как перк прокачаю себе какой-то. А, нет, не прокачаю. Не прокачаю ни хренашеньки себе. Потерянные страницы, когда Лоуренс встретит Салли. Окей. Пошли читать сказку нашей девчушки Билл. Я ее опять так же назвал, чтобы ну, не терять... Саспенса. Новая история сегодня. Да, сегодня про ведьму. Мне нравятся страшилки. Жила-была одна ведьма. У нее был большой черный какой-то колдрон, я не знаю, что это. О, и что она с ним делала? Видимо, котел. Она варила там зелья, заклинания всякие. Какие ингредиенты она использовала? Кости, глаза, ногти и джем. Джем? Не будь дурачком. Зачем ей использовать это для заклинания? Заклинание, чтобы сделать ее красивой. Зачем? Почему она хотела быть красивой? Потому что людям не нравилось, как она выглядела. Ты должен любить...
других людей за то, что у них внутри, а не за то, что снаружи. Ты права, это так. Ведьма должна была остаться такой, какая она есть. Все, я устала. Хорошо, ребенок, спокойной ночи. Ты собираешься ночевать дома или пойдешь, или нет? Да, я дома буду. Тут, если, короче, можно выходить по ночам, еще всякую фигню заниматься, чтобы денежку зарабатывать. День 3, Wednesday, собственно, среда. У меня плохие новости. Что случилось? Ребенок заболел ночью и нужно лекарство. Нет проблем, я добуду сегодня. Фармацевт, поликлиника, не поликлиника, это... Господи, аптека работает там где-то в городе за углом. Спасибо, что присматриваешь за нами. Я вернусь как только смогу. Блять, еще теперь за этим следить. Теперь появилась семейная полоска здоровья. Если будет, короче, все хуево в доме, мусор и прочее, они будут заболевать. Get health again from pharmacy. Сегодня должен уже 90. Охуенно. Этот Брюс, блять... Ебанулся. Как ты себя чувствуешь? Папа! Как дела? Я играю в монстра. Монстра? Да. Мне нужна помощь. Да, давай. Мне нужна картборд. Хорошо, я найду. Ты лучший. Я всегда хотела что-то поискать в городе. Но мне не разрешено. Я посмотрю. Картборд, блять. Нихуя себе. Так, пока возьмем миссию, сменим на kill the, do the dishes, по-моему, посуду, чтобы в доме было чисто. То у жены там рука перебинтована, она то ли сломала, то ли потянула, то ли что-то. Короче, не может она делать, нужно помочь. Иначе дом превратится в срань, и мы все тут помрем в этом сраче. Окей, красиво это сделали. И... kill basement rats. Крыс. Истребить крыс в подвале. Опять бег. Опять тут. Это самое. Кто тут такой, блядь, Микки Маус, нахуй? Сюда иди. Да ты что такая живучая? Иди сюда. Давай, знаешь, что ты оттуда сейчас побежишь. Оттуда же побежишь. Знаю тебя, вижу. Вот ты где. О-о-о! Нихуя себе. Нихуя себе, что произошло. Так. Все, можно идти на улицу. Должны 90 бачей. Угу. Нужно как-то карму исправлять. То есть, если мы будем преступником, то к нам полиция будет плохо относиться. Еще в тюрьму возьмет, нашу жопу посадит. И мы не сможем с долгами расплачиваться. А долги, кстати, нашего друга покойного, а не наши. О, коровка там, кстати, пасется на лугу. Ууу, бля, в дождь прям плохо. На тебя же 90 баксов. Так, а чё в сеттингсах? Сохраниться нельзя, кстати. Вот в сеттингсах я захожу, есть только загрузиться. Ух ты какой тварь. Так, а что если отпиздим этот мусорный ящик? Так, подобрали. Чё надо? Здорово, Джо! Извини, жалко слышать про твою работу. Я надеюсь, что скоро станешь на ноги. А у тебя как дела? Пытаюсь ввести новую бизнес-модель. Люди всегда заинтересованы в фермерских рынках. Они платят больше за определенные товары. Блять, меня там курица тиранит в жопу. И это дорого в городе? Да, конечно, иди узнай. Что-нибудь еще? О-о-о. Если ты увидишь Джека, скажи, что нам нужно поговорить. Чтобы он не встречался с Джесси и Бесси. А, окей, хорошо. Find Джек. Слышь, Джек, а ты чё там эту Бесси и Месси бесишь и месишь, а? Опа, тут ягоды можно себе выбить. Моё. Где это Джек? Слышь, Джек. Ты Джек, блядь. Джек. Могу тебе помочь? Ты Джек? А кто спрашивает? Джо Хаутерн. I live now. Я живу тут недалеко отсюда. И что? А я насчет девушек.
Тебе нужно более подробно мне описать, то я не понимаю. Джесси и Бесси. А, понял. Да, что такое? В чем ситуация, в чем проблема? Ты знаешь, две сестры что-то тут трутся. И... Ты встречался с ними обеими? Нет. А тебе стоит. Услышь их мнение на этот счет. Одна работает на ферме. Думаю, рядом с рынком. Встретиться с Джесси и Бесси, поговори с ними. О, ракун, енот. Хе-хе-хе. Дикие еноты атакуют. Так, Джесси и Бесси, нихуя себе. Так, где Джесси, где Бесси? Так, это походу одна из них. Это Бесси. Я что-то не должна быть в этой всей грязи. Я слышал насчет тебя и Джека. О, да? Я, конечно же, ему нравлюсь. И что с того? Я думаю, мы будем хорошей парой. Но я знаю, Джесси тоже он нравится. Звучит, как будто вы не можете его поделить. Мама говорит, так тоже. Но это мой билет отсюда. Он... Я хочу с ним путешествовать, попадать в всякие передряги и приключения. Окей, хорошо для тебя. Я должна вернуться. Удачи с Джеком. Да, конечно. Где... Это Бесси, а где Джесси? Бесси где? Где Бесси? Сказали, что она вот тут рядом с... Это Мэриголд Рейнер. Бесси должна быть где-то тут. Ты Бесси? Ты Дейзи. Я прошу прощения. Бля, я пока буду искать этих людишек, я не пойду на свою работу переворачивателя бургеров. Это плохо. Все хотят дать мне квест. Слышь, ты не Бесси? Это вилладжер, просто житель. Понял. Давайте приступаем. 3 часа будем работать. Да, я знаю, конечно. Поехали, погнали вперед. Огниво. У нас тут повышение сейчас должно будет быть. Так, сразу. Хуякс. Так, две красные картошки. На. Картошечка есть. Картошечка для тебя есть, держи. И украл еще из кассы 2 боксея. 3 бургера тебе нужно, да? Раз бургер. Блядь, да что вот, почему в помещениях такая жопка? Ну типа, что в этой игре может лагать, я просто не понимаю. Держи. Еще 2 боксея скоммуниздил. А бургер, красная содовая и картофель фри. Держи. Содовая твоя. Бургер твой. Картошечка. Красиво. Синяя, желтая и картошечка. Синяя, желтая. И это final order. Картошечка. Держи. Fry Flipper Current Rank Money Earned. Тебя повысили новое звание Burger Boy. Окей. Как скажете. Fry Flipper — это переворачиватель картошки, а сейчас я Burger Boy, то есть я теперь... Ну, я и так картошку переворачивал, но... Маркет. Здесь карта какая-то. Маркет — это вот тут. Тут где-то должна быть Джесси. Ты Джесси? Ты вилладжер. Ты Джесси. Вот, Джесси Рейнер. Привет. Хочешь что-то купить? Я насчет Джека. О, Джек. Ты, наверное, слышал о нас с ним. На самом деле не слышал. Ты знаешь, он хороший. Привлекательный, хорошее сердце, доброе. Что еще может хотеть девушка? А что насчет него и твоей сестры? Она просто ревнует, и все, ничего больше. Я вижу. Если скажи ему, скажи, что я ему это передала.
вернуться к Джеку. И что мне, типа, я должен теперь сказать ему, кто его больше любит? Нихуя себе. Ракун! Иди сюда, ракун! Нельзя тебя погладить. Не хочу бить ракуна. Ракун-то хороший. Джек, а ты говорил с ними? Да. Джесси выглядит круто, как ванилька, а Бесси дикая, какая-то ягода. Я не знаю, что, кого мне выбрать? Джесси. Хорошо, спасибо за то, что мне помог Джо. Теперь прошу прощения. Так, нам нужен квест еще, кстати, самый важный у нас. Sick Day. В больницу. Не в больницу, в аптеку забежать. И лекарства для ребенка взять. Хорошо. Окей. Погнали, 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 погнали в больницу. Джесси, он тебя выберет, Джесси. Привет, Джо. Как дела с Джеком? Я пытаюсь с ним все наладить, но не знаю. А как работа? Да, все неплохо идет. Бесси, правда, что-то бесится и сломала какую-то хуйню. Окей. Это не очень хорошо. Ну, ладно, я надеюсь, что у вас все будет отлично. Береги себя, Джо, спасибо. Да, это какая-то более добрая Джесси, чем Бесси. Так, аптека открыта, замечательно, залетаю в аптеку. Заходим. Чекпоинт. Пишут чекпоинт, пишут, вот это идет справа снизу, видите, вот домик, это там типа, сохранение, все дела. А сохраняшек нет потом, оказывается. А сохраняшек потом нет. Фигак, и нет сохраняшки. Так. Дайте мне лекарство, пожалуйста, чем можете помочь. У вас есть пилюли? Найдешь их на полках, прямо справа от тебя. Спасибо, а специальные? На полках все, что доступно. Мне нужно Health Again. Smile Soda. Small Health Again. Ну вот мне Health Again Extra. Хуя себе. Давайте экстра, чтобы хватило на дольше. А, заплатил, да? Чем могу помочь? Да, это все, да. Все, я купил. Когда просто берешь, автоматически с тебя списывают деньги. Красиво. Не спиздишь ничего с полок. Вот такая система бы была. Никто бы не воровал в магазинах, нигде. Так, Health Again в холодильник. Понял, так, тебе могу продать всякий мусор. Есть какой-то джанк? Да. Все. Джейсон Джанк. А ты кто такой? Йохан, сэр. Вы мистер Джо Хауторн? Нах. Возможно, кто спрашивает. Этот мэр хочет с вами поговорить. Что-то не заинтересован. Брюс упоминал вас. Это не просто приглашение, это приказ. Сука. Он в резиденции на холме. Осматривает город. Он тебя ожидает. Ну окей, у меня раз у меня нет выбора. Будь там и не спрашивай меня снова. Где? Ой, ебать, 160 метров. Не, это уже на следующий день. Сегодня ребенку несем лекарства. В доме еще нужно прибрать. Семью покормить, там ягоды положим. Тварь стоит у нашего дома, пасет. Тут въебать бы ему, но он сразу поворачивается и ваншотит. Непонятно из чего, то ли из дробовика, то ли из какого-то дигла. Из чего-то дикого, лютого, просто сумасшедшего. В холодильник лекарства. Ну окей. Да, я вернулся. Все рады меня видеть? Холодильник. Так, вот это. Health Again Extra. Давай ягоду одну еще засуну. И вторую тоже. Ой, красиво. Ягодами будем питаться, обосремся. Мне нужна штука для моего монстра, папа. Да, я помню. Блядь, не успел я с этим монстром разобраться. Так, пол протереть. В доме чисто должно быть. Будет грязно, если до конца упадет какая-то шкал, тогда... игра закончена, ГГВП, до свидания. Побежали, еще вот тут. А, в смысле? Какое задание осталось? Garden Wits, вот. Как он чешет эти растения все-таки.
всякие сорняки дурацкие, 4 штуки их аж, и по 15 минут требует, требуется, чтобы почистить сорняк. Чекпоинт, 100 XP настроение в доме. Красиво. Идемте сказку прочитаем ребенку. 7:30 вечера и уже bedtime, но что-то вы прям относительно очень рано ложитесь спать. Просыпаетесь, что ли, в 4 утра? Давай сказку прочитаем. Ура, время сказок. Давным-давно однажды жил дракон. Только не страшный дракон. Он жил в пещере рядом с деревней. В страшной пещере. И он пролетал часто вокруг этой деревни. И он съел всех жителей. Як. Ты когда-нибудь ел людей? Мы не едим человеческое мясо. А другие люди это делают? Кто-то в школе сказал мне, что делают. Не верь во все, что говорят в школе. Все, я уже засыпаю. Хорошо, спокойной ночи, дитё. Все, выключай свет. Ты остаешься сегодня? Было бы неплохо, если ты побыл дома. Да, конечно. Настроение в доме. Как говорится, важнее всего. Погода в доме. А все другое суета. Доброе утро. Доброе. Ребенок хочет, чтобы мы поиграли с ним вместе. Спрашивает уже несколько дней, можем ли мы уделить ему время. Конечно, я сделаю лучше. Окей. Теперь еще и счастье семьи. Блять, 4 уже показателя. Чистота, голод, здоровье и счастье. Вот так вот. Давайте на этом закончим. Я думаю, я запишу еще 2 серии. Теперь я должен Брюсу 110 баксов. Есть у нас 110 баксов. Я думаю, вот это будет вторая. Запишу еще 1/3. В третьей я побегаю в основном по городу. Посмотрю, что где как есть. Просто ландшафт, локации, животные и прочие люди. Глянем, как тут все устроено. Но я думаю, 3 серий для этой игры будет достаточно. А на этом мы завершаем этот эпизод. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка на который будет в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. До встречи в следующем эпизоде прохождения Family Guy и в других играх.